Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского День знаний праздновали креативно и душевно. Традиционно этот день стал и днем чествования первокурсников. Сегодня они стали полноправными членами нашей большой творческой семьи. А начался праздник шествия по улицам родного города. В колонне шли представители всех факультетов академии. Возглавляли колонну барабанщицы популярного ансамбля «Шоу-ритм», без которого уже многие годы не проходит ни одно праздничное мероприятие в республике. И духовой оркестр «ЛГАКИ» под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Сергея Йовсы, которые сразу же задали всем участникам шествия праздничное настроение. Возле академии студентов и преподавателей встретил ректор Валерий Филиппов. Ура! С праздником всех! С днем знаний! С началом нового учебного года! Всем неиссякаемой энергии, творчества! Поздравить студентов и преподавателей приехали почетные гости. Министр культуры, молодежи и спорта Луганской Народной Республики Оксана Кокоткина, народный артист Украины и Луганской Народной Республики Михаил Голубович и президент мотоклуба «Ночные волки Донбасса» Виталий Кичкинов, прокурор. Дорогие друзья, дорогие студенты, первокурсники, преподаватели, я от всей души поздравляю вас с началом учебного года. Я искренне верю, что Новый год – это год новых проектов, вашего творчества и вдохновения. С праздником вас! Днем знаний! Этот праздник появился в советское время, поэтому неудивительно, что студенты ЛГАКИ подготовили для гостей и первокурсников насыщенную программу с отголосками того времени. Обращение к студентам прозвучало от поэта эпохи Серебряного века Владимира Маяковского, в роли которого сегодня выступил студент факультета театрального искусства Даниил Григоришин. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин студенческого союза. Знаете, хочется пожелать самым лучшим студентам, потому что они поступили в Академию культуры и искусств, так как они творческие, я желаю всем студентам первого курса творить, но и немножечко вытворять. Первокурсникам стать второкурсниками, второму курсу стать третьекурсниками, а выпускным занять достойную нишу в творческой профессии. А после на импровизированной сцене выступали будущие звезды, даря праздничное настроение не только своим преподавателям и сокурсникам, но и луганчанам, которые не смогли равнодушно пройти мимо необычного праздника. Студенты в приподнятом настроении отправились на первую в этом учебном году пару.